Всем привет, народ! С вами Лиеро, это стримчанский по азиатской игрухе, которая называется Soul at Stake. Ну, я думаю, что даже по рисовке вы видели, что это аналог ДБД. Причем я вот очень сильно вижу сходство вот этой главной персонажки в ролике с Мэг Томас. Только единственное, черное. Ну и очки там добавили. Ну такое, знаете, какая-то Клодет, смесь Клодет Форели, короче, с Мэг Томас. Вот это была главная персонажка. Короче, игруха а-ля Dead by Daylight, немножко со своими такими нюансами. К сожалению, нету украинских серверов, ну, украинских, русских, украинских. То есть есть европейские сервера, пишет 40 миллисекунд, у меня задержка. Не знаю, ли это правда, если честно, потому что тут Europe USA пишет, то есть очень подозрительно, что такая маленькая задержка. Ну, на Азии, конечно, не пойдем, потому что 180 это уже как бы выше среднего. Вот, ну что ж, подключаемся. Значит, суть игры простая, асинхронный геймплей в формате 4 против 1, то есть 4 выживших, 1 маньяк. Вы должны, если играете за маньяка, всех убить, если играете за выживших, то, соответственно, каким-то макаром убежать. А пока что я не имею понятие, насколько она схожа, то есть вот, если брать там 100% это клон, да? Ох, вот это, конечно, прикольно. English, да, слава богу, что мне English дали, я ни хрена не понимаю. Блин, прикольно. Ладно, я что-то так что подтвердил. Это что такое? Так. Надо найти настройки для начала. Веб-сайт. Then treasure. Ну, treasure это сокровище. Это я настроек, кстати, не вижу. Но у нас есть... Ну вот, смотрите, ну блин, что это не Мэг Томас, ё-моё? Там маньяки. Вот это, блин, бензопильщик. Блин, персонажей, кстати, много они подобавляли, на самом деле. Какая-то бабка старая. Еще какие-то монстры. Самое главное, непонятно, кто такие. Просто какие-то иероглифы написаны. Кукла Чаки, да ладно, серьезно. И монашка, смотрите. Монашка, кукла Чаки. Старый этот мудрец, который в мемах используется. Он, который говорит там, что надо так делать, а не так. Это он. Ну, сразу видно, что азиатская тематика. Ну ладно, допустим, персонажей пока и монстров хватает. Надо разобраться теперь, где бы тут, блин... Это такое, это не то. Где бы тут настройку найти? А, выбери карту сначала, они мне хотят. Ну ладно, давайте, какую, блин, что за карты? Это выживших, наверное, карта, это маньяка. Давайте карту маньяка возьмем. Так. Girl kill at the gamblers. Each devil has their unique abilities. Короче, каждый дьявол имеет свои уникальные абилити. Используйте стратегические скиллы, чтобы выиграть игру. Я так понимаю, наносить урон, короче, по демонам. А, и с помощью разных, короче, вещей можете наносить уроны по этим монстрам. И, я так понимаю, тем самым их, короче, на некоторое время отвлекать от себя. Так, ну чё, ВАСД, окей. Ой, боже, кто-то как на тебя посмотреть? Кто такой вообще, Вася? Что это такое? Блин, ну ладно, пока не так плохо все выглядит на самом деле. Так, тут что-то есть? Я монстр, да? Ладно, пошли. Тут походу R. Press R to destroy. А что, звука не было? За блин хрень. Ну пошли. Space. Это звука в обучении, нет? Hold right click to use the devil special ability. Так, что дальше? И теперь правый. И ударить. Ну это типа, это как Хилли Билли с пилой. Только тут он, блин, не пила у него, он просто разгоняет. Это реально Хилли Билли похож. Но тут он, конечно, одетый комаряк Папай какой-то. Так, R, это мы уже знаем. Выбивает двери с помощью R. Звука реально нет при выбитых дверях, видели? Так. Что такое F? Опа, ну какие-то скиллы можно покупать? За прикол. У меня есть 20 монет. Ну давай купим. Как это купить, еще бы я понимал. Оп. А что я сделал? Аурас радар. Так. Короче, я так понимаю, мое чувство... Радар увеличивается, когда я чувствую выживших. Больше я ничего не могу сделать.
Ага, можно ТПшница к нему стоять. Стоять. Нажми Q. Я нажал Q. И что-то она не работает у меня. Q. Aim the target. Aim the target. Так, и Q. Вот так может. Блин, как же это сделать? А может через стекло надо смотреть? А, на портал надо, все, я понял. Ну, на самом деле, пока немного топорно. Типа, она как-то бьешь куда-то в рандомную сторону, наносится урон. Обучение было сделано у них на коленке, судя по всему. Вардван, слабо свое ДБД сделать. А блин, ребята, ДБД надо очень много прорабатывать, очень много персонажей рисовать. Короче, свою игру сделать с охрененной графикой в два рыла, это займет не один год. Ну, хотя можно и за год справиться, если вообще просто с утра до вечера работать, ты, может, и справишься. Так, approach the seriously wounded gambled prostitute execute him her. А, можно, короче, ее, я так понимаю, execute, это типа отправить на тот свет, но для этого на тен нажать, ну. Боже, у него с лицом. Такой этот зомбак нахрен. Так, you can join the horrible and dark game now. This is a game of soul. Your stake is all you have. Короче, все, могу теперь присоединяться к другим играм. Ну, давайте. Значит, что у нас есть? У нас есть на данном этапе... Так, это все маньяки? Я что-то не понял. Или это типа... Ну, это три маньяка. The Corpse, The Prince, The Bride. А эти у меня закрыты. The Actor, The Phantom, The Drowner. Какой-то... Не знаю. Этих не перевели. The Geisha и The Drummer. Все, остальные тоже не переведены. Самое интересное, что я так не понимаю. Это маньяки или это выжившие? Это похож чувак на кого-то добряка. Ладно, это все маньяки, судя по всему, ни хрена себе маньяков. Ладно, давайте, я не знаю, вот этого возьмем. The Bride. Difficult, 3 звезды. А ну кто самый из них легкий по управлению? Difficult 5 звезд. Это сложный, короче. Призрак. А это 2 звезды. Давай там на толстяке пойдем. Так, Crit Game, Privat Game. А я хочу поискать. Mission. 10 days left. Что за missions? Это как пропуск, это Game Pass или что это такое? Какие-то, блин, достижения нужно получать. Говорит, что это за Майкл? Ну, это, блин, аналог азиатской ДБД. Так, давайте смотреть. Character, deck, deck. Что за deck? Deck это, походу, их умение. Если они их не перевели, это будет очень печально. Охренеть, они их не перевели. То есть я даже не буду иметь понятия. Вот это вот не переведено. Что это такое вообще? Cheats. Легальные читы, что ли? Читс. Так, это что такое? Ну, Brutal Crash. The gamble who get crushed by the corpse change has a 50% chance to get a slot for 5 секунд. Короче, на 50% есть шанс, что получит slow. Что такое slow? Это не замедление, это что непонятно. На 5 секунд, короче, это можно получить. Не знаю, только что какой-то дебаф. Так. Рулетка? Что за рулетка, нахрен? Бэт! Вы что, прикалываетесь? Раздрава вообще на приколе. Так, какие-то ставки можно ставить. И выиграть можно, чего? Какие-то карточки. Я вижу, тут есть красные карты. Трехзвездочные. Короче, зеленые это однозвездочная, синяя двухзвездочная карта. Killing Time. Ну, разные бафы, я так понимаю. Можно выиграть рулетки. You first 4 teleportation. To card holders will not have cooldown. Что? Не имеют кулдауна? Так это бред. 4 телепортации не имеют кулдауна. То есть я, блин, там, по-моему, 20 секунд должен быть кулдаун, если я не ошибаюсь, перед каждой телепортацией. И если эту карточку используют, то первые 4 телепортации будут без кулдауна. Ну, это, конечно, жест. Так. Start game with an Aura's Radar. Короче, с Aura's Radar стартуешь игру. Но это, я так понимаю... Вот около специальных алтарей, когда в обучении только что мы проходили, в алтарях можно улучшать свои скиллы. Ну, типа вот эти вот пассивные способности. То есть радар, там, не знаю, что там, сможет какую-то скорость бега и так далее. То есть какие-то стороны маньяка ты можешь усилять. За специальные монетки вот эти. Где они берутся, тоже пока непонятно. Стейкс.
Stakes can be used in the Fortune Roulette to draw cards, чтобы выиграть карты. Ну, понятно, а это что за монетки? Silver coins used for shopping at the tailor. Короче, это можно использовать в магазинах, чтобы приобретать. По идее, это кастомизация монеты, а это монеты как Blood Point в Dead by Daylight. За них можно скиллы типа прокачивать, ну, если я правильно понимаю. Тут так же выжившие ноют, как в ДБД, вот и Ниц спрашивает. Да, я не знаю, я первый раз играю. Тут народу не так много на самом-то деле. Так, давайте посмотрим, что еще. Вард... А, гардероб это. Вардроб. Почему вардроб он называется, не знаю. Так, ну у меня по факту... Что такое? Это выражение лица. Ну, короче, нет пока у меня никаких, видите, внешних... Капкан? А это что, блин, у нас что ли траппер? С капканом или что-то у него такое, не понял. Shatter's Cool. Короче, какая-то часть, которую он с Railway забрал, с рельсы, так и не Railway, железнодорожного пути, он имеет was stained with blood and brain fluids. Короче, какую-то хрень, которую он забрал с железнодорожных путей. Это что, переключатель, что ли, путей? Непонятно. Это хренотень, короче, у него в руках. И нет, спасибо тебе за то, что ты подписался на 14 месяц на наш Twitch. Так, ладно. А, что это еще такое? Гестур, я не знаю, что это такое. Самое главное, что... Я не знаю, где посмотреть, что это за шарманка? Это шарманка? Так. Тут что-то можно вставлять. Так, у меня нет ни одной карты. Гестур, ну, вот ты хоть напишите мне, что это такое. Enable Гестур. Enable... Таус Гестур. Короче, звука... А, я, наверное, понял. Это, скорее всего, звуковые и внешние эффекты. То есть, когда ты вот играешь в игру, чтобы пугать других игроков, походу, ты можешь разные... Вот, например, в ДБД сердцебиение. Ну, я не уверен, я так думаю. Мне кажется, что, наверное, такая механика. А здесь ты можешь разные там звуки себе приобретать и тем самым пугать выживших. Так, ну ладно. Тейлор. В Тейлоре вот здесь можно приобретать разный внешний вид. Шапку просто за 1400 монет можно купить. Либо желтую, либо фиолетовую. Sold out, тут все продано. Вот и робо можно купить, видите? Ну, короче, кастомизация такая простенькая. Вот можно вместо моей непонятной штуки с рельс использовать... Это вообще такое? Bone Breaker. Костяной какой-то, блин, хрень. The iron wheel removed from an abandoned train. Короче, опять с поезда сломанного, заброшенного поезда, короче, вырвана какая-то хренотень. Break bones. Это, скорее всего, тормозная какая-то херня. Типа палка, которая тормозит, там, рычаг, который тормозит поезд. Не знаю, как он должен выглядеть, но как-то так у разрабов этой игры оно выглядит. Ну и молоток. Это, по идее, тирайни. A tool purely for brutally that is ripped off from the drain. Это не совсем знаю, не понял перевода. Ну, короче, какой-то молот. Так, озер. О боже, это что такое? Voice, вот, это голос разный. То, что я говорил, видите, звуковые эффекты есть. Можно покупать звуковые эффекты и тем самым пугать. Ну, короче, понятно. Так, у Тейлора, то есть ты покупаешь звуковые эффекты там разные, вставляешь их, скорее всего, вот в эти слоты. А, здесь ты можешь кастомизацию себе настроить, которую тоже, опять же, у Тейлора покупаешь. В рулетке выигрывать скиллы можно. А, и в картах вот это твои скиллы, которые ты можешь установить. Ну, я вот не совсем понимаю, но... Cheats, почему-то это cheats пишет в читах. Can be drawn. Ну, может быть, drawn это выиграно или что-то такое? Или открыто drawn? Что означает? Can be drawn. Ладно. Поехали. Персонажа я выбрал. Так, все, надо теперь матч найти. То есть, что, crit game, либо privat game. На 10 дней осталось. Это что такое? Какие-то турнир какой-то. А это куда я пошел? Ready. Что это такое? Не понял, я куда-то пошел? Не в игру, что ли, я пошел? Сейчас посмотрим. Роман, главное, возьми читы, да? Я, честно говоря, не понял. Вот с этими... С тем более-менее вроде так разобрались, хотя не факт, что везде правильно, в каждой категории, но вот с этими читс и скиллом я чуть не совсем понял, там два почему-то слота, и я перетащить никуда не могу ничего, то есть, возможно, какой-то кнопкой оно переставляется, не знаю. Ноль player loaded successfully, то есть только ноль игроков полностью загрузились. Прикольно. Сейчас глянем,
или боты есть. Потому что, возможно, я с ботами пойду первую свою игру. Так. Так. Ну ладно. Блин, ни хрена не видно. Тут есть какие-то настройки? Нема. Блин. Жесть какая-то. И у телепорт. Давайте на тот телепорт. А ну, телепорт. Там интересно, ли есть игроки, вот мне бы узнать. Мне написали, что 0 игроков. Блин, как темно. Два телепортера. Ну, попробуем. Давай телепортируйся. Никого нет. Добрый день всем. Привет. Я просто не уверен, или я смогу вообще на EU серверах поиграть в эту игру. Не знаю, ли народ есть на EU серверах. На азиатских точно есть. Вот EU. Просто непонятно, оно меня куда-то закинуло, типа. Ну пока, видите, никто ничего не починил. То есть, по факту, возможно, просто никого нету. Как вообще посмотреть тейп? Тейп. Are you sure you want to quit? Не, не хочу пока. 109 миллисекунд пинг. Кто там по колокольчикам бьет? Ладно, давайте выйдем назад. Судя по всему, тут никого нету. Сейчас разберемся, как все-таки свою игру можно создать, но я не уверен, что... Так, что тут было написано? Там... А, вот пишут. Explorer... А, это исследование. Сеттинг. Вот и сеттинг, кстати, нашли. Давайте high. Main volume. Ну, пускай будет так, как есть. Звук вроде не такой плохой. Чувствительность мышки нам не нужна большая. Тут English стоит. И все, это все настройки на самом деле. Controls, Mouse 1, Mouse 2, Space R и VASD. А еще Q есть телепорт. Короче, очень простенькая в настройках игра. Это что такое? Оп. The Gamblers. Это выживший, я так понимаю. Загружается. Вот, gamblers shall work together to flee from the Devil's Hunt. Короче, должны работать вместе, чтобы спастись от Devil's Hunt охотника. Сейчас опять обучение будет. Ну, давайте пройдем еще обучение за выжившего. Ну, так, VASD. R. Так. Теперь, по идее, M1 надо чинить. А, с каждым разом все дольше и дольше чинится, видите? Я за это монетки получаю. Он делает такое непонятное. Так, все, починили. Опа. Что это было? Я чуть не понял. Что произошло? Ладно, бежали. Space. Было сердцебиение, Shift плюс V. Только не сказали, куда бежать. Ладно, бежим сюда. You need to get more cards from a store. You can always find a store near green Latin. Тут где-то около зеленых фонарей можно найти магазины. А ну, R, order, door. Вот, тот же, да, магазины, они как для выживших, так и для маньяков. Так, у меня что? У меня нет монет. Понял. Телепорт. Что-то я не совсем понимаю. Это же одинаковые карты. В чем прикол-то? Я купить ничего не смогу, на самом деле. Вот тут вот. Ну что это? А, внизу, я понял. Я что, зачем мне эти карты? Что они дают-то вообще? Набрал вниз карты. Что с ними делать? Так, close the shop, leave this room and return to the card holder. Окей, вернулся. Leave this room. Давай. Бляха. Можно
под ним проскакивай. Да твою мать. Так, пошли. Угу. Это что ли с помощью карты я это делаю? Чуть не совсем. You need to press space at the correct moment. Ага. Да, я это с помощью карт, ребята, делаю. Смотрите, эти карты нужны для того, чтобы чинить. Видите, вот? Пятерку, шестерку сейчас купил. А, блин. Надо было... Чуть не понял, когда красный круг это идет, надо нажимать. Я нажимал вроде. О, сейчас попал. Я ж попал. Совсем понимаю. Оно работает? Ну, я попал. В чем прикол? Так, you can join the horrible and dark game now. Окей. Хорошо, прошли обучение. Короче, понятно, тут покупаются карты, с помощью карт тебе надо считать, сколько внизу этих кружочков зеленых осталось. И картами ты, ну, надо купить необходимые карты для того, чтобы типа заполнить полностью все эти зеленые кружки и починить этот непонятный алтарь. Так, join in game. Давай join in game. Join the room. Ну давайте, join the room. Все, походу я могу сейчас, я так понимаю, что я сейчас могу играть. Попробуем сейчас найти матч. Народ есть. Главное, я не знаю, на европейских серверах они есть. Если не будет на европейских, пойду на азиатские. Ну. У нас на улице 28, 29. Ну, тоже, короче, жарко. На самом деле, механик здесь в этой игре прикольных много. Не совсем понятно, конечно, вот пока баланс сложно представить себе, учитывая, что маньяк может тпшиться на алтари. Это, конечно... Типа, блин, это сильно. Но, правда, неизвестно, какая скорость передвижения у выживших и у маньяка. Потому что вот Берберг, он вчера вроде играл тоже в эту игру, он говорит, что выжившие бегают быстрее, чем маньяки. То есть маньяки должны их подлавливать какими-то разными там, ну, ТП-шками, там, где-то прячась и так далее. Поэтому тут насчет баланса, ну, надо поиграть, посмотреть. Потому что так, в принципе, отличается от ДБД. Хоть внешне она капец схожа с ДБД. Тут люблю мне одно лицо. Он сейчас посмотрим, сколько вообще в Steam людей есть. Так, Steam Char. Какая, как там игра называется? Full Take. Toll of Stake. Так, ну в игре сейчас 200 человек по Steam. Не особо много на самом-то деле. Ладно, ищем Join the Room. Попробуем поискать. Поищем минут 5. Я просто не знаю, типа, как играют народ вот в эту игру здесь. Они играют типа за манов больше или за выживших? Сколько стоит эта игра? Я не помню. Сейчас по скидке она продается. Сейчас же летняя распродажа в Steam. Там, и тем более ее купил Табу, прислал. Показать ее. Так что я не знаю, сколько она стоит. Там не особо дорого. Ну, проблема в том, что народ. Вот в таких всех играх асинхронных, где формат 4:1 или там какие-то другие форматы. Ну, то есть с асинхронным геймплеем, рассчитанным на взаимодействие игроков, то есть на онлайн рассчитанных, да, там проблема всегда с тем, что если нет игроков, то игра мертва. То есть нужны боты для таких игр. А тут народа очень мало, поэтому если даже матч найдем, то неизвестно, сколько будем искать, на самом-то деле. Говорит, наверняка заманов больше. Да, это не факт, на самом деле. Тут, понимаете, обычно люди играют за те, ну, в большинстве случаев, скажем так, играют за тех персонажей, за которых легче играть, то есть за которых именно можно наказывать другую, противоположную сторону. То есть если, например, за выживших в этой игре играть легче, то, конечно же, будет больше играть за выживших, потому что если маны реально страдают, то никто не хочет страдать.
И только там, ну, некоторые люди любят сложности и вызовы, а большинство любит просто, скажем так, издеваться над другими, над другой половиной. Такие, я сильнее, я круче и так далее. Поэтому это не факт. Все зависит от того, как баланс настроен в игре. Да, походу мы не найдем на европейском сервере людей. 5 минут ждем, потом возьмем за маньяка, пойдем. Хотя, возможно, просто народа мало и, типа, они сейчас играют все в катках, люди. Не уверен, что мы найдем. Говорят, ну вот и поиграли. Отличная игра. Людей нету. Именно, и вот для того, чтобы такие игры жили, тут нужен онлайн. Всегда. Хотя бы, там, я не знаю, 500 тысяч человек нужно, чтобы всегда было. Иначе, если эта планка падает ниже, то игра очень быстро умирает. По двум причинам. Потому что дроты, они не любят играть с одними и теми же. Ну, то есть сколько там, 2, 3, 4 раза ты сыграл с одними и теми же, а потом тебе начинает надоедать, потому что ты знаешь, как люди действуют, тебе уже не так интересно. А когда у тебя там 200-300 человек в онлайне, и типа ты со всеми уже играл, тебе это начинает наскучивать одно и то же. Демонстрировать каждый раз. Тебе хочется какое-то разнообразие, каких-то новых игроков, а их нет. Поэтому 500 тысяч человек, там еще хотя бы есть какое-то разнообразие. Тысячи пока переиграешь, несколько десятков часов пройдет. Так, ладно, 5 минут прошло. Давайте опробуем The Mana Switch. Давай Quit Game. Ждем, может сюда они залетят. Я не понимаю, Quit это я создаю, правильно? Как ко мне присоединяться должны? А вот публик тут есть. Стоп. Да блин, канцел. Ладно, надо поехать, походу, идти на Азию, чтобы проверить игру. Ну что ж, вот видите, у меня приставка 116 тысяч. То есть 116 тысяч игроков было в этой игре. По-любому, то, как я зашел. А ну, стой, напишем, что-то еще. Не поменяется эта цифра? Нет, это мой, короче, номер. 116 тысяч игроков было здесь. Опа, кто-то появился, мне кажется. Бум. Я, никого нету. Ладно, давайте на Азию пойдем. Попробуем сейчас на Азии что делать. Раз такая, блин, печаль. Так. Сейчас перезайдем. И на этом сервера поменять. Тоже на Unity, кстати, игра сделана. Вроде было 116к, онлайн осталось 200. Ну, так всегда. В батлграунде было, наверное, 50 миллионов, а осталось я там по 100 тысяч сыграет. Так что, блин. Зарегистрированных может быть дофига. Опа, Азия уже не работает. 10 миллисекунд, вы серьезно? Давайте на Азию пробуем присоединиться. Смотрим, может там будут люди. Загружаемся. Парни, вот не вовремя в этой игре решили стримить, когда онлайн упал. Да показать просто хотели, тем более, если табу прислал кофе, чем мне не показать. Я бы ее сам не покупал, потому что, ну, как по мне, аналог ДБД. Да, есть свои механики, но, блин. Типа, English заново, что ли, настраиваем? Так, ну давай эту карту по барабану. Лодинг. The Gambler. Сейчас будут проходить обучение опять за этих, за выживших. Блин, надеюсь, я найду сегодня игру. Ботов забанили, осталось 199 ботовода и Вова с ним. Так, пошли. Давай, в ASD, я уже знаю, что делать. По факту. Ох, как оно топор. Ой, блин. Тут пинг просто жесть, народ. Да. Прям видно, как оно дергает. Давай еще раз.
Хотя посмотрим, может, я сейчас буду супер неуязвим для азиат. Так, let's go. Я вот не понимаю, зачем это я делал, вот когда услышал сердцебиение, зачем-то типа нажимал правую кнопку мыши, только не понимаю, нахрена это надо. Что происходит? О, боже, 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 блин, я ни в один поворот не впишусь. Так, добрый день, дай мне, пожалуйста, карты. Так, ну, еще Джокер есть. Ой, Джокер, балет. Так, пошли назад. А, блин, это... Ну! Я ж нажал! Ох, я чувствую, будет весело. Сейчас, если мы пойдем в катку... Блин, я бегаю, как... да блин, беги, что куда надо. Да что с тобой берелась? Давай, дочиним, и мы пошли в игру. Стой, 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 блин, да что... Нет, подойди к нему, пожалуйста. Барбарк вчера говорил, кстати, что он лагает жестко. А когда он... Вот когда эту штуку нажимать, не понимаю. О, а как я нажму? Да ладно, тут я четко нажал. Походу, это все-таки не на сервере, а на моем МП это происходит. Ладно. Давай последний. Да что, чини, чини, чини! Попал! Я не знаю, на азиатском сервере попал. Как я попал? Да... Я попал два раза, прикиньте, блин, я все, я понял, я просто бог азиатских серверов, can you join, а, все. Так, пошли, пробуем теперь тут присоединиться, я очень надеюсь, что здесь мы найдем карту, join the game, давайте. О, сразу нашли? Вот вам, пожалуйста, азиаты есть. О, видите? О, пацаны, хорош, совсем другое дело, поехали. Сразу, секунда, я секунду искал. Блин, а может это в стиме европейских пишут, что стоит 200 человек, а там в Азии, может там, блин, их сотни тысяч играют. Хрен поймешь-то. Стим-то не по... Хотя Steam должен показывать стимовскую версию всех игроков, по сути. Ну, возможно, у нее есть, типа, как бы, ну, можно играть со Steam-версией и с другой там версией какой-то клиентской вместе. Тогда, конечно... Говорит, как бы она быстро убьет телепортом в спину. Я думаю, первый раз меня очень... Да, блин, учитывая, что я еще лагаю, я думаю, меня убьют одного из первых. Мне хотя бы посмотреть, как игра вообще происходит. На баланс, как это все будет двигаться здесь, как будет ман работать, как будет выживший работать. Тут главное, что после смерти я мог наблюдать за другими. Просто чисто ради интереса хочу посмотреть. Сейчас, я понял, что делать, в принципе, ничего сложного на самом-то деле. Единственное, что еще непонятно, или у мана есть какие-то подсветки, какие-то... Так, что это такое? Что это было, не понял, ну ладно. Так, у меня есть... О, нифига себе, у меня дама и... Давай. А что все валяются? Попал. Блин, я на этих стрелах попадаю, вы понимаете? Ой, блин, не попал. Кого-то там травмировали или мне кажется. Попал. Попал. Блин, все, надо тройная карта, надо магазин найти. Блин, как оно фризит. Он двоих уже ударил, ман. Блин, да что за фигня? Открой. А, блин, вот это двери. Открой. Боже, да мне жопа, блин, с такими фризами. Мне реально жопа сейчас будет. Где магаз-то, ёлки? Да стой, стой, пройди в проход, пожалуйста.
Вон чувак валяется, видите, кого-то уже вон лежит кто-то. Да блин! Я калкаш. Стой! Нет, disconnect from the server, какой? Стой, да за что ты меня? Я ничего не понимаю, что происходит. Дайте поиграть. Блин, чувак, а где магаз? Стой, мужик, ты знаешь, походу, где магаз? Стой! Стой, блин! Да ладно, я не могу даже догнать, я ничего не понимаю, что происходит. О, стой! Магаз! Магаз! Стой. F. F. Блин, хрен его знает, тут это единица. Подожди, отпустите меня. Текстуры подлые. А, блин! Да беги от нее! Беги от нее, пожалуйста! А, куда бежать? Беги! Давай сюда, ну! Да так нечестно! Self-healing, M1. Что за... Для них ты Нео. Да ни хрена, блин, я бежать не могу. Видишь, как я бегал? Она даже почему-то меня не убила, кстати. Что за M1? Это первая кнопка мыши, типа. Ну, левая вообще должна быть. Хотя M обычно ставят на middle, типа. Сейчас она должна нас увидеть. Выжившую? Она превратилась в выжившую, видели? Странно, что она меня не тронула? Подождите, на меня ловит. Блин, у тебя красивенькая. Да ладно, за что? А это посмотреть спектакль. Давайте посмотрим за этими ребятами. Короче, понятно. С таким пингом, конечно, играть невозможно. Пацан бегает нормально. Я бегал, как, блин, какой-то... Как додик, короче. У него восьмерка. Мне интересно, как туз работает. Как одну очку? Или как одиннадцатичку? Что наверняка там есть, ты видишь, четверка, тройка, например, валет-дама. Как валет-дама работает, сколько очков они имеют. Вот он купил еще один туз. Два туза у него. Давайте посмотрим. Говорит, бедный его. А так, видели, гадина ловила на меня. Она пыталась этих пацанов словить. А, кстати, я умер уже? Что-то я вот не понимаю эти рисунки сбоку. Обратите внимание, тут череп нарисован. То есть он уже умер. И я умер же, по сути, по всему. Или я где-то в клетке сижу, потому что вот... Ну, типа, какие-то рисунки-то, блин, реально придурашные. Интересно. Что он сделал? Что-то было такое, у него какой-то скилл был. Он что-то кинул, она сагрилась на то. Он, походу, свою копию какую-то кинул. Или что он сделал? И посмотрите, это можно повернуть? Не. Я даже когда за него смотрю, видите, у меня фризит. О, тут кто-то был. А, я уже умер, все, я понял.
Он себя отхилил. Все, теперь у меня тоже черепок. Это же, блин, враг, это же мой маньяк. Пробежал только что. Чини. Вот у этого чувака карт нету. 3, 4, 2. А как он карты поменял? Ничего, я ничего не понимаю, как они с картами этими работают пока. Разлан, ты в своей игре таких девушек замоделил уже? Не, и мы еще модели не, персонажей не делали вообще. А просто модели персонажей покупать, наверное, придется. Там они, мы видели пару паков, там стоят они по 100 баксов. Потому что вручную рисовать, ну, это слишком долго. Это как минимум уйдет неделя, несколько недель. Ну, то есть неделя уходит у чувака, который шарит, как это делать. На персонажа одного. Неделя, чтобы замоделить его. А учитывая, что я, блин, в этом там месяц работаю, то для меня создать персонажа будет, наверное, 3 недели. То есть 21 день тратить на одного персонажа. Как? Нифига себе! Видали прикол? Чувак он шарящий этот. Она за ним гонится, конечно, он вряд ли убежит, да, гонится. Что они делают? Что за прикол? Очень странно он делал, чувак. Он последний, короче, остался. Не понял, конечно, его прикол с дверями, он его ничем не спас. Она его второй раз ударила через прям, ну... Честно говоря, странно. Что-то вверху вот какие-то скиллы у него, что-то такое не могу понять. Сундук какой-то открывает, кстати, как в ДБД сундуки. И какие-то стоны тоже такие непонятные. Реально со звуковой... звуковым этим, как его... озвучкой трабл. Так, он стал невидимым. А, он хочет поднять этого. А, прикольно ты придумал. Блин, охрененно он сделал. Только она опять положила того. Она его убила. Короче, он один остался. А посмотрим, что он будет делать. Ну, чувак шарит, короче. Вот. Этот чувак точно шарит, как играть. А в чем смысл игры? Победить мана. Ну, за выживших, если ты играешь. Если за мана играешь, то убить всех выживших. Короче, это как ДБД, народ. Игруха... тупо... наверное, я бы сказал, что... ну, ладно, клоном... сложно назвать, в принципе, персонажи похожи, так и идея такая же самая, как в ДБД. А вот с механиками они, конечно, немножко изменили. Сделали какие-то непонятные, что-то вообще такое не понимаю. А вот он тут уже. Что делает? Что-то он делал, я так не понял, что. Ну все, капец. Ну это как в ДБД, видели? Поприседала, блин. Порадовалась.
Ну, чуваку не повезло, на самом деле. Я лагерь был, там, я так понимаю, он один кто играл в основном. Так, сейчас пойдем еще раз. Я буду просто прятаться, мне нельзя попадаться на ману. Я так и не понял, как расходниками еще пользоваться. Так, мне дали что? Мне дали... А сколько мне дали очков? Не знаю, это мои очки, 1478. Так, а ну... 13-й, 6-й левел, 1-й левел, 20-й, 30-й. А маном был... 6-й левел маном был, Х4, всех четырех убил. У этого человека не было перков, и у меня, я так понимаю, не было перков. Да. Вот видите, у этих перки есть, а у меня нету перков, у этого пацка. Я получил 7390 очков. Квит. Окей, сейчас посмотрим, что мы можем купить на это все. Надо, у них еще какие-то перки. Да-да-да, у них есть перки, я сейчас тоже буду как раз пытаться разобраться. У меня есть 1478 очков я получил. Так, Тейлор. Нет, не надо нам Тейлор. Рулетка. Я могу сыграть? Я не могу сыграть. Блин, придется монеты собирать. Так, в рулетку. Это внешка. Вот это, что это такое? Что ты стоишь? Ну, это, по идее, соло, либо... не понимаю я на самом деле. Трампс. Ну это Трампс, вот сюда Трампс одевают. А это что? Читс. Читы одеваются сюда. Зеленый, фиолетовый, оранжевый. Трампсы — это вот эта хрень. Эту хрень можно это сюда взять. Но тут какие-то вот она что-то стоит. 5 единиц. Чего это 5 единиц? Непонятно. Get the... Что? Get the ginseng peel when you get hurt of the first time in the game. Когда первый раз раненый в игре... Короче, какие-то пилюли вы имеете. Можете, я так понимаю, пилюлю сожрать. В этом духе. Но, блин, поставить нельзя. Так. Я понял, как оно ставится! Другой кнопкой мыши. Ё-моё, вот как оно ставится. Оно правой кнопкой мыши вставляется. Хорошо. А это? Так. Значит, я взял пилюли и... Neutralize the first three failed... А, это можно нейтрализовать три первые провала реакции, вот как начинишь вот этот непонятный станок и не попадаешь, я так понимаю, в нужный момент не нажимаешь клавишу там пробел, то ты можешь три таких провалить. Вот это вот, по-моему, это оно дает. Failed Q-test. Ну да, это Q-test. IQ-test, короче, можешь валить, тебе ничего не будет. Так, last breath, последнее дыхание. When getting seriously wounded for the first time in the game, you bleed 60 slower. Короче, когда ты, я так понимаю, когда первый раз ранен, seriously, серьезно, походу, ранен, я так понимаю, ты на 60% медленнее истекаешь кровью. Это когда ты лежишь на земле, судя по всему. В ДБД, знаете, если долго лежишь, ты все равно умрешь. Так и тут, походу. Вот ты медленнее истекаешь. Это что такое у нас? Angus senses the devil's existence for 30 seconds at the beginning of the game. Angie. Что такое Angie sensors? Senses. Не работает, типа... Этот сенсор маньяка не работает на протяжении 30 секунд после начала игры? Вроде как и так. Это, если я правильно понимаю... Ладно, берем тогда, я не знаю, из этого всего я бы взял, наверное, второй вот этот, чтобы медленнее исти... А я хочу сюда, Не понял, а что нельзя? Я понял, что нельзя. Потому что синий в синий. А вот тут только фиолетовый может быть, да? Да, тут только фиолетовый. Что он дает? Так, attuned for... to the yin and yang of this mysterious place. Your senses are heightened. You can hear the heartbeats when you are within 9 meters from the devil while running. Ну, ты можешь, короче, слышать дыхание, я так понимаю, когда находишься в 9 метрах от убийцы. While running. Я не понимаю, который бежит.
Или бежа. Ну, короче, ладно, берем, посмотрим, как он работает. Все, у меня других нету. Этого всего нету, поэтому будем играть в рулетку. Сейчас еще одну катку идем, после нее сыграем в рулетку. Я почти второй левел взял, неизвестно, что они дают за левел. Так, поехали в матч. Секунду. Character, join the game. Сука, буду искать. Смотрите, блин. Секунду буквально, я ищу секунду здесь матчи. Короче, у нас в Европе игра, походу, не работает. Ой, я один остался. Давайте еще. Давай тоже ливнем. А ну, конфирм. Лобби. Я там понабирал, сейчас попробуем еще раз. А ну, стоп, я... Работает все? Да, работает. Все, у меня есть перки. Давайте. Одну секунду, короче. Я один. О, какая-то чувиха. Опытная. Аватар, типа, я так понимаю, не стартовый. У меня вообще стартовая бомжиха. Как это мужик еще? Средний рабочий класс. Озвучки вообще не мало, обратите внимание. Игре уже 2 или 3 года, а озвучки нифига нет. Там мы все готовы. Это вообще номер. Ready. Давайте. Ready. I'm ready. Боже, вот такие прикиды. То есть с таким прикидом только идти, блин, на вылазку. Прям. Это лучший прикид для того, чтобы умереть. Давай, подруга, подтверждай. Тоже новичок, судя по всему, вот это вот. Это вообще, блин, миллион прикидов имеет. Денег, дай, отсыпь мне денег немножко. И чё мы сидим за покерным столом? Давай, подтверждай, подруга, блин, ё-моё, 10 секунд, чё там тупишь? Или ты не знаешь, что надо подтвердить? Давай, чё мы тебя ждём? Ты, блин, ничего не делаешь, не меняешь. Это он уже три костюма успела поменять. У меня глаз, кстати, нету, видели? И у меня глаза, типа, как будто катаракта на обеих. Жаван сыграет за Ипмана. У меня три персонажа всего открыты. Для того, чтобы сыграть за Ипмана, надо перцев покупать. Так, ну пока в первой катке мы поняли одно. Ман достаточно опасный. То есть, вот, например, в ДБД, когда остается один игрок, там появляется люк. Я не знаю, в этой игре, может, тоже какая-то такая механика есть, похожая с люком. А, но мы пока не видели. То есть, в прошлой катке пацан куда-то убегал. Я вообще не понимаю, что он там делал. Он что-то в конце присел, что-то начал мутить. Походу, какую-то ловушку ставил или что? Один игрок пока загрузился. Что за кнопка M? Что кнопка M дает, не понял. В обучении не было кнопки M. В обучении было R, E, F, Q. Да. Shift, Ctrl. Ну, Ctrl кратца вроде, стандарт. Space, прыжок, а M не было в обучении. Блин, тут один не загружается, тут один там на калькуляторе играет. Давайте, пожалуйста, не заставляйте пересоздавать. 88, боже, что там так грузится медленно? Или это я так медленно гружусь? Так. Да, у меня пилюли. Есть. Там одного пацана, там новичок один действительно. О-о-о-о. Стой, блин. Твою мать. Чини! Так, попал. Блях, он меня слышал, походу. Беги! 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 Найн, мазефака, беги! Эй, ну так нечестно! Да. А кто хилит меня вообще будет, пацаны? Е, что за... А что пилюли делают? Что пилюли делают, кстати? Е. А пилюли, наверное, будут... помогут мне...
Отвали! Пошел нахрен! Пацки, если вы мне не поможете, я умру. Вы что, блин, не понимаете? А может шевелиться нельзя, я еще не понимаю. Я истекаю кровью, елки. Смотрите, они все кемпят, блин. Ну все, мне жопа. Пацаны, я умираю. Блин, мне походу лежать тоже не поможет, двигаться надо. Блин, у меня таблетка есть, ребята, у меня таблетка. Один отключился вообще. Я умер, короче, понятно. А, как в ДБД генератор, когда взрываешь, ман слышно. Тут тот же самый, видите ли, я не попал в мини-игру, что мне подлагало. А где все? Подруга, блин, вы чё? Да. Ладно, давайте еще одну карту. Понятно все. Все понятно. Ну хотя бы лобби ищется за секунду. Да, пацаны, я пришел руинить теперь вам. Ой, елки-палки. Мастер руина. Ого, нихрена здесь тоже чувак. Ну, это такой же бомж, как я. Этот, походу, немножко лучше бомж. У него шапка просто купленная. А это, походу, мастер. Нахрена, я готов, все, поехали. Маньяк не готов теперь. Мы все готовы. Что это за черный? Этот хрен знает. Скин такой у чувака. По идее, играет в игру. Вот и скин у него клевый. Мана, короче, ждем. О, есть, все. Ман подтвердил. Вот говорит, задать вопрос стримеру. А вы, Вова, топов топ. Марина Аманова, это сейчас не актуально. Это просто... У меня здесь сейчас лаги, понимаешь? Тут не я руиню. Я бы играл как мастер, как в ДБД. А так, как я могу играть, если у меня... Я не понимаю, куда я бегу. Я как будто мой мозг отстает от реальных действий на 5 секунд. То есть я там хочу направо побежать, но не настолько слоупочный, что пока команда доходит от мозга к ногам, проходит 5 секунд. Блин, а я что, не взял бафы с собой? Твою мать, я всрал карту, по-моему. Смотрите, я отпустил передвижение, а нахуй... Ну, иди сюда. Это нельзя открыть? Да нет, открой ее! Чтобы вы понимали, задержка примерно составляет... Ну так, чтобы вам не врать. Вот смотрите, я сейчас буду говорить, когда я нажимаю. Вот. Я нажимаю вперед. Нажал! Вот это задержка такая в игре. Я отпустил вперед. Ладно, отпустил почти... Нет, блин, да подойди, пожалуйста. Так, в мини-игры главное не промазать, потому что она придет сюда. Попал. Стой. Полечу чувака. Бляха, попал. Так, ну чувака я вылечил одного. Бежим! Она слышала меня по-любому. А это чувак. Надо пойти карту купить. А вон, торговец! Стой! Да блин! Блин, какой у меня пинг, интересно? Ну тейп. М. М. Что такое М? Это карты. Локации, понял. Стой, да нет, да куда ты? Блин, купи какие-то карты, что-то можно купить.
Так, я куплю шестерку. А что я могу... О, купил. И куплю, например, двойку. Хрен знает нафига. А, я могу разным, видите, я через клюшку могу выбирать, какую карту использовать. Но мана я хорошо, я еще пока не видел в этот раз мана. Ман кого-то там другого убивает. А вот. Пойду добро помочь. А ёлки. Эй! Кто такая вообще? Блин, того пацана подняли. Джесси, она чем-то кинула вообще, видели? Давай, ползи, ползи. Собаки драные. Собаки драные, вы меня спасать-то будете? Я чуть не понимаю. Я вас, блин, шел спасать, хотя лучше бы не шел. Ой. Блин, это гон. Они все кемпят, на одного человека играют, обратите внимание. Давай, 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 давай. Я не могу так бежать, как ты мне. Да блин, что такое? Как это использовать? Что это за хрень? Да так нечестно. Ладно, знаете что, я понял. Давайте пойдем купим что-нибудь в рулетке. Если мне не везет в игре из этих багов, я вам что-то в рулетке куплю. Вот, у меня как раз есть на один бет. Давайте. И что, я могу выбрать? Серьезно? Это крутануло, блин, две штуки? Pocket Money. Что-то Pocket Money мне дает. И новое. Pocket Money. Что за Pocket Money? Ну, Desk. Pocket Money. Так, что дает Pocket Money? Блин. Start get with 5 stacks. Короче, начинаем игру с 5 стаками. Да. Да. Так, ладно. Еще раз иду. Блин, я хоть раз убегу. Character. Join game. Давай. Вова, нужно дрифтить. Да не, не вообще нереально убивать. Мне лучше не опадаться. Мне надо в стелс играть. То есть, ну мне надо вообще не лезть. Не спасать никого, не, я не могу просто. Я физически не могу. Ого, нифига себе, мужик поцарапанный. Росомаха, Хрю Джекман сидит. Я такая бомжиха реально. Видите, много игроков вот, на азиатских серверах. Просто жесть, секунду ищется и сразу находится. Прям игроки заполняются за, блин, 10-15 секунд, у тебя все лобби. Офигенно. А у нас, блин, письку сосешь, а не играешь. У нас 5 минут я собирал лобби, ничего не нашел. Правда, я на мане? А, не, я на выжившем тоже пытался. Чтобы... Я никого не находил. Да, это минус. Блин, жалко, конечно. Была бы европейская версия игры, можно было бы погамать. Пару стримов по-любому можно было показать, потому что это а-ля ДБД. И я вижу механики прикольные. Ну, в плане, типа, кидаются чем-то. Какие-то инвизы есть, скиллы есть. Просто, блин, с фризами не поиграть. Говорит, азиаты задроты еще почти все. О, блин. Это да. Ну там не почти все, просто их больше. Соответственно, если у тебя население в стране в 10 раз больше, чем в другой, то у тебя, соответственно, в 10 раз больше будет задротов по статистике. Да и не, ну хотя даже больше, азиаты сами по себе трудолюбивые. Больше, чем наши люди, наши такие. Поэтому они там, если что-то хотят, они прям идут к цели, не видят препятствий. Не все, конечно, но... Так.
Я не понял. Это призрак был? Да ёлки. А ещё я напал! Уходим. Что это за хрень была? Какой-то паук паутину меня запутал. Чё? Ляхом. Да ты кто такая вообще, Василиса? Беги! По прямой! Что это за змея такая подколодная? Я чувствую себя, блин, бомжом каким-то реально. Меня все избивали. Я не понимаю, что делать, куда бежать и как убежать. Что происходит? Какой-то кислотный газ она закидала здесь везде. Спасибо. Меня. Блин, какой-то партизан меня спас. Спасибо. А чё на красное стало? Я ничего не понимаю, блин. Паучиха идет! Слышишь этот звук? Или не идет? Это может за маньяка? Да, блин, пацаны, я за маньяка. Если попробую, кстати. Давайте попробуем за мана реально. Ну я, блин, я убежать не могу, как я буду ловить их, представлять? Не туда. Блин, да туда надо пойти, пожалуйста, боженька, пусти меня сюда. Так. Давай. Ну! А у меня что, карт нету? Блях, у меня все карты выпали. Мне магазик нужен. Стой, стой, дрифт, блин, заходи. Дрифтуй. Она тут что-то, походу, установила. Да блин, зайди. О, блин, она кого-то убила. Черт, магаз вот там где-то был, да, вот там магаз. Одного. Блин, я вообще ни хрена бегать не могу. Ну, хиль же. Беги! Бежим! Я спас кого-то. Да нет, ну как это там выйти с этого стана? Гребаная вонючая змея. Иди же, пожалуйста, что с тобой не так? Где эта змея гребаная? Мне надо в магазке хилочек купить себе.
Давай, перелазь. Так, двое мертвых, и я с чуваком еще живы. Неужели я не первым умру, и даже не вторым? Я предпоследним уже точно умру. Либо последним. Братан, стой. Братан, дай похилимся. Беги, Валера. Валера, беги. В дрифтом заходи в повороты. Дрифтом. Давай, дрифтуй, дрифтуй. 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 Что-то мне кажется, ли мана слишком сильная в этой игре. Ладно, идем за мана. Третий уровень я на выживших получил. Давайте ченч, меняем на мана. Так, Devils. Играем за Devils. За зло. Давай, загружай. Пойду за мана. Не могу из-за выжившего выиграть. А, мне обучение опять надо пройти. Ну ладно, давай. Так, на азиатских серверах я еще не проходил обучение, поэтому давай. О, посмотрели. Давай, давай, посмотрели. Вася, вперед. ВСД поднажали. Дверь пробили мою. Бум. Без звука. Подошли, ударили. Давай, бей. Ну, и чё? Обучение. Добрый день. Меня зовут Валера. Ну и еще. Confirm. Я хочу скипнуть, потому что оно не работает. Так, Crit Gain. Приват, нет, Crit Gain. Делаем игру и ждем. Посмотрим, сколько я буду ждать в лобби. Надеюсь, оно открыто, кстати, для всех. Ладно, ждем. Подождем, давайте. Ready. Если ready нажму, по идее, начнется матч, да? А ну? Или лучше не нажимать? Пин высокий, обучение сломалось. Походу, на маньяков реально очередь. За них легче играть. Ну, то, что я говорил, если легче играть, то будет... Хотя люди бы Да ладно, смотрите. У меня уже люди... Это не ДБД, в ДБД намного дольше искалось. Это сейчас в ДБД, по-моему... Хотя нет, сейчас тоже в ДБД, наверное, долго ищется. Я просто на официальных серверах ДБД давно уже не играл. Я на тестовых последние стримы проводил. Всё, хорош. Так, а давайте только посмотрим, что... Я ничего не могу уже настроить. Ладно, пойдем без скиллов, без ничего, мы бомжи. Я убийца-бомж. У меня вон тоже бомжи какие-то в лобби. Я вижу ни одного там более-менее крутого. Нет, вот это только сисястая более-менее... Ну, у нее где-то пилотка хорошая одета. Так, давайте ставки. Я кого-то словлю. Я думаю, я словлю 0. 0 из 4. Хотя я буду сейчас кемперить. Я буду как гадкий кемпер. Просто вот как они. Одного положу и буду вокруг него тусить. Хотя они в инвизе там подходят, гады, к нему. Да, если он за маной, все равно умрет первым. Не, они сейчас, походу, убегут. От меня. Я посмотрим. В принципе, чё. Два плеера загрузилось, и два еще нет. Точнее, нет, даже не так. Два загрузилось, и три еще нет. Всего ж пять плееров. Один ман, четыре выживших. Это атмосфернее, чем ДБД, как по мне. Ну, аномалька атмосфернее, наверное, только потому, что ты просто не играл в эту игру. ДБД просто уже излажена, она изучена там вдоль и поперек, поэтому, в принципе, в ДБД тебя уже напугать ничего не может. А здесь ни хрена не понятно. Во-первых, из-за того, что она на китайско-английском, то есть половину текста еще на китайском, ты не понимаешь, что это вообще такое. Половину на английском не догоняешь. Плюс механики, ну, то есть за час игры я, сколько, третью катку, четвертую играю, да, катку. И типа, блин, как бы... Выучить, понять, что к чему. Не сос... Понял, что как надо чинить эти гребаные непонятные какие-то терминалы. Я не знаю, терминалами буду это назвать, потому что это ни на что не похоже. Похоже на какой-то телефон с какими-то лампочками.
Я так понимаю, это я так долго гружусь, судя по всему. Это я такой слоупок. Ну, еще кто-то один. Я и кто-то еще один. Так, добрый день. Давайте полетим вот на тот. Оп! Да, пацаны! Ой, пацаны, это невозможно, блин. Я лузер. А что такое медленно? Да, маньяки медленнее, кстати. Ай, блин, да иди за ним. Бей! Да, это невозможно. С такой задержкой я никогда в жизни не словлю. Сука. Не, пацаны, это жесть. Давай. Бей сразу! Ага, видели, какая задержка после удара? Давай, беги за ней! Да блин, что это такое? Толстяк, да пройди же ты! Блин, ё-моё! Ладно, это... Бей, бей, сразу, бей! Тут тоже что-то было, смотрите. Я туда иду. Вон он, внизу один уродец. Починили один. А тут чинит, походу, давай-то. Я что, не могу? Давай сюда. Да, блин, вот и тут. Это, почему этот желтый? Ах ты идет. Ну же, блин, дурак. Да ё-моё, пробей, эрр! Бей, сразу! Угу. Да, это прям сразу, чувак. Это прям вообще... Ну, зайди ж ты, блин, алкаш ты грёбаный. Они все чинят, блин, я сделать ничего не могу им. Ну, давай к тому. Полетели. Оп! И никого тут нет. Давай к этому, да не знаю. Я хоть кого-то ударил? А давай, лети. Вот там что чинит. Тот починили. Самое главное, я никого не вижу, куда они лечу, никого нигде нету. Они что-то чинят там. А вот. А, блин, да ё-моё. Да, бляха, иди за ним, пожалуйста. Они все уже меня троллят. Все, они ушли. Да. Ну вы поняли, короче. Короче, не играбельно, пацаны. Невозможно ничего сделать. У тебя задержка такая, что просто жесть. Я никого даже не ударил. Ноль.
Просто я даже ударить их не смог. Это новички 4-й, 4-й, ну, а, два из них 23-17 левел. Эти два, блин, еще нубы. Они чуть-чуть... Да хотя нет, по времени игры они такие же, как я, наверное. Ну, если, конечно, не каждый персонаж отдельно не качается, то они такие, как я, дисконнект. Короче, все, 500 пинг. А, ну понятно, блин, 500, 300. Вы только что видели, 531 был пинг. Ясен хрен, что он так лагает. На 500 пинг это, блин, я не знаю, это можно... 5000 пинг, а, ну все. Да вообще вопрос снимается. Вопрос снимается, господа, в чем проблема? 5000 пинг, видели? Я говорю, я когда ТП-шился, я нажимаю удар уже, когда начинаю, ну, когда ТП-шка происходит. А он делает удар через секунды полторы, две, а то и, может, и больше. Нереально. Ладно, все, на этом закончим стримчанский. В общем, не знаю, европейские сервера нужны. Если европейские сервера будут, тогда можно будет играть. На азиатских не варик. Либо интернет Илона Маска, чтобы был быстрее, тогда, может быть, на азиатских серверах что-то получится. А так вообще никак не поиграть. Игра вроде такая, неплохая, то есть я бы поиграл в нее. Будь она не такая лагучая, я бы в нее поиграл чуть. Просто интересно посмотреть, на что эти маньяки способны. Там кто-то пауков одна пускает. Вы видели, вот мы встретили с вами. Только мы встретили 4 маньяков, а их сколько? А, получается их 4, 8, 12, 16, 17 манов сейчас есть в игре, да? А выживших? 4, 8, 12, 16 и еще плюс 3, 19. То есть, блин, прилично. 17 манов, 19 выживших. Тут механик должно быть как в ДБД, а то и может больше. В ДБД. Окей, все, спасибо за внимание. На этом все. Вот такой был стримчанский по данной игрухе. Напомню, называется она Soul at Stake. Игра доступна в сервисе Steam, но, опять же, я, ну, перед тем, как покупать ее, на вашем месте чекал бы или есть вообще люди или Steam Chart, или есть европейская версия игры народ, потому что иначе, ну, просто можно побегать, чисто пофаниться, но поиграть нормально вы не сможете. Хотя, если вы живете где-то там в Сибири, куда-то туда подали, ближе к востоку, то может у вас пинг и будет какой-то играбельный. Потому что если вы живете как бы в Москве и, вот, скажем так, еще получается западнее где-то, то вообще без вариков. Все, спасибо за внимание, спасибо за то, что смотрели. Не забывайте фолловиться на наш Twitch, на YouTube оставляйте комментарии. Там на YouTube, кстати, есть также опросик в сообществе насчет нашей игры. Мы разрабатываем игру, я там разные буду спрашивать вас нюансы, как, ну, как лучше, что добавлять, какие механики добавлять в игру, а вы просто голосуйте, чтобы мы примерно понимали, ну, хоть чуть-чуть русло, куда двигаться, как двигаться и... Что будет вам интереснее, что будет вам неинтереснее и так далее. Ладно, все, на этом все. Спасибо за внимание. Пока.